Привет, люди, всем хай. Снимаю на новую камеру Nikon Coolpix L340. Норм. Меня сейчас не видно, наверное. Вот сейчас видно, наверное. Вот, короче. Сегодня у нас будет, не знаю, что, челлендж, короче. И вот в чем суть его, короче. Да. Я не везучий, короче. Да что за хрень? Жаль, что у меня звукоизоляции нет. Соседи сейчас придут набить. Ну что поделать? Берем сюда мычкары, что так все. Получается одним разом. Ой. Хух, она их тинг не разорвала. Так бы пришлось новый покупать. Ай, жалко. Так бы бывает еще. Так бы было хреново. Давайте. Ай. Кстати, кому интересно. Объектив 122 миллиметра от Nikkor. Ультразум фотоаппарат. Ну, он стоит около 10 тысяч. Ну ладно, это по улетной утилизации. В Эльдорадо, правильно, Елена, или тучи. Хреново проверено. Смотрю в ревизоры. Не смотрю в ревизоры. Короче, давайте последний раз. Ну что поделать, давайте еще. Что ж, на этом было все. Так вот лучше выкинуть. Что ж, на этом было все. Кому интересно, в комплект поставки там. Шло, короче, USB-кабель и вот такая вот хрень. Вот. Крышка для объектива. Вот эту хрень я уже отдельно покупал. Что ж, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем.